Здравствуйте. В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Уже не зима, но еще не весна. Погода преподносит нам очередные сюрпризы. Учительская дуэль. Учительница из «АллатРа» стала одним из победителей в республиканском этапе конкурса «Мой лучший урок». Чемоданное настроение. В Москве открылась новая выставка уроженца Чувашии Станислава Воронова. Итоги прошлого года обсудили сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев и главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, руководитель общественной приемной Дмитрия Медведева в Чувашии Николай Николаев. Николай Николаев отметил, в прошлом году в центре сделали рекордное количество операций – 7238. Большинство пациентов – иногородние. Что касается жителей республики, которым необходима помощь центра, то им не приходится подолгу ждать своей очереди на операции. Во время рабочей встречи с Ольгой Юрьевной Голодец мы обсуждали вопросы медицины, и она как раз отозвалась и дала очень высокую оценку работы нашего федерального центра. Профессионализм врачей и востребованность в такого рода операциях напрямую влияет на размеры финансирования. Мы очень оптимистично смотрим на текущий год. Вот буквально недавно получили государственное задание. Оно не меньше, чем в прошлом году. Михаил Игнатьев и Николай Николаев также обсудили эффективность работы общественной приемной Дмитрия Медведева в Чувашии. В 2015-м туда обратилось около 7 тысяч жителей республики. В основном вопросы связаны с ЖКХ, социальными услугами, дорогами. Треть из них удалось решить в прошлом году. Есть сложные вопросы, которые требуют комплексного подхода, межведомственного взаимодействия. Действия муниципальных органов власти, республиканских, депутатского корпуса. И, конечно же, эти вопросы мы держим на контроле, но помимо того, еще в прошлом году мы вам, скажем так, готовили предложение в народную программу, и часть этих решений уже нашло, часть этих вопросов нашло свое решение. Михаил Игнатьев отметил, в ближайшее время в государственные программы будут вноситься коррективы и предложения руководителя общественной приемной очень кстати. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с директором протезно-ортопедического предприятия Юрием Гефиркиным и министром труда и социальной защиты Сергеем Дмитриевым. На встрече обсуждались возможности предприятия по производству протезов и специальных средств реабилитации. Она работает уже 15-й год. Современное оборудование позволяет выпускать продукцию высокого качества. Внедряем новые технологии. За все эти годы на почти 600 миллионов рублей выдано продукции инвалидам. И больше 30 тысяч инвалидов получили добротные современные протезно-ортопедические изделия. В Чувашии проживает 87 тысяч инвалидов. Практически каждый желающий и нуждающийся, то есть люди идут в больницу, и врачи им говорят, вот вам положен там тутер, вам нужен, значит, имплантант, вам нужен, значит, протез там, на руки, на ноги и так далее. И после этого, значит, протезно-ортопедические предприятия, идут они туда, они каждому подбирают вот эти вещи, и мы их оплачиваем из республиканского бюджета. В 2016 году на эти цели предусмотрено порядка 2 миллионов рублей. Мы должны обращаться очень, как сказать, по-доброму к этим людям, потому что мы берем, если показатели по трудоустройству, то, что они на сегодняшний день оснащаются техническими средствами, у них появляется возможность трудоустраиваться. Они начинают чувствовать, что они здоровые люди, хотя с ограниченными возможностями. Сейчас на предприятиях республики работают 60% инвалидов, обратившихся в органы службы занятости. Специально для них были созданы рабочие места, закуплены техника и мебель. На организацию одного места из бюджета предприятия выделяются 60 тысяч рублей. Чувашия занимает 7-е место среди субъектов страны по показателям численности трудоспособных инвалидов. Татьяна Молкова, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня в стране отмечается День воинской славы России. Это дата окончательного разгрома немецких войск под Сталинградом в 1943 году. Сражение стало крупнейшим в Великой Отечественной войне. Оно стало переломным моментом, после которого Германия окончательно утратила стратегическую инициативу. В этот день Музей боевой славы в столице Чувашии традиционно проводит уроки мужества для школьников.
На этот раз гостями музея стали ребята из 19-й, 24-й и 54-й столичных школ. События военных лет и сохранившиеся до наших дней кадры военной хроники вызвали у молодых людей неподдельный интерес. Победа под Сталинградом – это уникальное событие, которое дало возможность не только освободиться от фашизма нашей стране, но и освободиться от фашизма другим странам мира. Вот. Только один подвиг на Мамаевом кургане. 135 дней держала оборону, и оборону держали вот такие же вот солдаты, как наш отважный танкист Яковлев Алексей. Эта высота показала, что какое мужество, какой великий подвиг совершил наш народ. С начала войны Алексей Алексеевич Яковлев в составе 8-й танковой дивизии освобождал Львов, Киев, Харьков. С 12 июля по 19 ноября 1942 участвовал в боях за оборону Сталинграда. Запоминающийся для меня бой был в районе кирпичного завода. Это очень толстые стены, до 2 метра почти стены. Вот немцы соорудили там неприступную крепость. На стенах вырубили щели огромные, чтобы по размеру, по высоте пушки, танков, орудий вместились, и это стрелять можно было бы. Вот, бились, чтобы этот так называемый неприступный крепость немцев в 1,5 сутки расстреляли, это неприступная крепость. Мы освободили. Ну, конечно, мы потеряли из нашего батальона 5 танков. Алексей Яковлев – инвалид войны, награжден 2 орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалью «За отвагу», 2 медалями «За боевые заслуги». Не случайно он был приглашен в 2013 году на встречу с президентом Владимиром Путиным. Мы сегодня классом приехали в этот музей, чтобы познакомиться с великими отечественными ветеранами, посмотрели разное оружие, униформы, как они одевались, разговаривали с ветеранами Великой Отечественной войны. Они рассказывали, каких обстоятельств они жили, воевали. Примечательно, что экскурсии и мероприятия на военно-патриотическую тематику в Музее воинской славы проводятся постоянно. Да, для этого в истории нашей страны предостаточно. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика. Весна пришла, правда, пока не календарная. Погода в очередной раз преподносит нам сюрпризы. Журчат ручьи, слепят лучи, и тает лед, и сердце тает. Известная и всеми любимая песня Дунаевского в этом году в Чувашии актуальна уже в феврале. Вчерашний день в Чебоксарах выдался на 13 градусов теплее нормы, а сегодня побит температурный рекорд 1966 года. И, судя по прогнозам, тепло пришло к нам надолго. В этом году февраль обещает стать настоящим весенним месяцем. Погода, которую мы наблюдаем сейчас, связана с прохождением очень обширного и по ширине, и по высоте циклона, который пришел к нам с северо-запада. Он принес хороший такой теплый воздух, который сейчас закачивается. В связи с этим у нас температура воздуха в конце января, в последних числах, начала резко повышаться. 31 января она перешла через ноль в сторону более высоких температур, то есть стала положительной. Температура воздуха будет ночью в пределах -1, -6, ну а днем по республике мы ждем от -4 до +1. Сейчас среднесуточная температура у нас выше климатической нормы, примерно, ну по республике я имею в виду, на 10-12 градусов. То есть это, конечно, аномально теплая погода. Февраль и теплом приласкает, и морозом отдубасит, так гласит известная народная примета. Так что вполне вероятно, морозы к нам еще нагрянут. Синоптики тоже придерживаются такого мнения. И обещают, пусть небольшое, но все же похолодание к концу недели. Хотя до нормы февраля мы все уже не дотянем. Ну а пока можно наслаждаться уже вполне весенним воздухом и теплым солнышком. Юлия Важенина, Республика. Не по-зимнему теплая погода – прекрасная среда для обитания болезнетворных бактерий. А если прибавить к этому естественное желание горожан одеться полегче, то простудных заболеваний не избежать. В зоне риска – дети. Столичный детский сад «Журавлик» на своем примере показал, что лучший способ борьбы с гриппом – профилактика.
Каждое утро Лиана отводит маленькую Улю в 180-й детский сад. Несмотря на вспышку гриппа, она, как и сотни других родителей, абсолютно спокойна за ребенка. Уже на пороге ее чадо осматривают и измеряют температуру. Только после соответствующей записи в журнал Ульяна присоединяется к ребятам. Наше дошкольное учреждение посещает 383 ребенка. На сегодняшний день процент заболеваемости ОРВИ 2,5%, что если перевести в количественный состав, то это всего 9 человек. Чтобы снизить риск заболеваемости, мы, конечно, каждое утро перед приходом детьми проводим влажную уборку. Систематически мы проводим утреннюю гимнастику, закаливающие мероприятия и, конечно, стараемся соблюдать личную гигиену. В борьбе с гриппом все средства хороши. И если взрослым все можно объяснить на пальцах, то к детям нужен особый подход. Играя в больницу, воспитанники детского сада запоминают простые правила профилактики. Я ем макароны с луком. Я укроп. Я делаю зарядку по утрам, чтобы быть здоровым и крепким. Когда ты кушаешь, надо ставить на стол лук и чеснок. Мыть руки по утрам, чтобы не болеть. Игры соседствуют с физкультурными упражнениями. Начинаются они, едва малыши открывают глаза после обеденного сна. Хождение босиком по ортопедическим коврикам – не только отличный способ закаливания, но и веселое развлечение. Самое главное, чтобы и в садике, и дома делали мы то же самое. Поэтому родители, мы продолжаем работу детского сада и дома продолжаем. Чтобы ребенок был здоров, нужен комплексный подход. К числу эффективных профилактических средств медики относят и заранее сделанные прививки против гриппа. Высокая сопротивляемость организма, конечно, зависит от многих факторов. И от быта ребенка, в каких условиях он живет, и от режима дня, насколько он хорошо его выполняет, и от питания ребенка. И не менее важная роль отводится и сезонной вакцинопрофилактике. Вакцинации против гриппа бояться не стоит, не надо. Вакцина безобидная, вакцина очень эффективная. Низкая заболеваемость гриппом и респираторными инфекциями в детском саду 180, я считаю, напрямую связано с вакцинацией против гриппа. На сегодняшний день процент заболеваемости детей в дошкольных образовательных учреждениях небольшой. Однако пик активности респираторных заболеваний еще не настал, предупреждают врачи. Если прививать ребенка в сезон простуд медики не рекомендуют, то местная профилактика всегда приветствуется. Оксалиновая мазь и одноразовые маски всегда должны быть под рукой. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. С 1 февраля жителей республики порадовало очередное нововведение в системе госорганов, работающих по принципу «одного окна». Единый центр регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей начал свою работу в здании инспекции Федеральной налоговой службы по городу Чебоксары. Отныне рассмотрение всех документов, представленных для государственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей на территории Чувашии, и принятие решений по ним будет проводиться централизованно. Налогоплательщики, находящиеся вне города Чебоксары, могут подать и получить документы в налоговом органе по месту нахождения, а также во многофункциональном центре. Сведения из единого госреестра юридических лиц и единого госреестра индивидуальных предпринимателей можно, как и ранее, запросить в любом налоговом органе. В конечном счете это значительно экономит время при регистрации. Сокращается срок при государственной регистрации до 3 дней. Раньше он был до 5, независимо от места проживания наших налогоплательщиков. Также хочется пояснить нашим налогоплательщикам, что в связи с созданием единого центра регистрации у нас поменялись платежные реквизиты в платежных документах. Теперь, если налогоплательщик будет уплачивать госпошлину за свои регистрационные действия, он в платежных документах по строке «Получатель» должен указывать только ИФНС России по городу Чебоксары. Если же наш налогоплательщик сдает документы на регистрацию через МФЦ, то он должен указывать в платежных документах ОКТМО района или города того МФЦ, где он сдает документы. То есть это тоже немаловажно. Уплату госпошлины также можно произвести на официальном сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru на сервисе «Уплаты госпошлины». Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика.
Объявления на фасадах домов, заборах и мусорных контейнерах. В последнее время количество несанкционированных рекламных площадок возросло. Предприниматели все чаще экономят на рекламе, используют проверенные, но незаконные методы привлечения клиентов. Но в итоге такая экономия может ударить по карману. Если расклейкой нарушители занимаются впервые, то им грозит лишь предупреждение. А вот последующие попытки привлечь граждан яркими листовками на заборах навлекут на горе рекламщиков уже материальное наказание в виде штрафов. Минимальный – 1000 рублей. Как сообщила нам Татьяна Чекушкина, заведующий сектором торговли Калининского района города Чебоксары, в отношении приезжих питерских предпринимателей было составлено 10 протоколов. Нарушители за неделю до распродажи дубленок в Калининском районе расклеили сотни плакатов. Сейчас все документы переданы в административную комиссию района для определения количества и размера штрафов. Закончилось расследование в отношении жителя Новочебоксарска. 48-летний мужчина обвиняется в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции и незаконной предпринимательской деятельности. Он пытался извлечь доход около 3 миллионов рублей. На протяжении 5 лет обвиняемый под видом качественной продукции водки, рома, коньяка и виски продавал немаркированный алкоголь, не отвечающий требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей. Дешевую выпивку покупали с рук не только жители Новочебоксарска, но и по всей территории Чувашии. Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена следователями Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками районного отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, а также обысков по месту жительства обвиняемого и в его гараже было изъято из незаконного оборота свыше 4400 бутылок с контрафактным алкоголем, а также 73 канистры со спиртосодержащей жидкостью, в 7 из которых находился алкоголь, который не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, как содержащие токсичные микропримеси. Уголовное дело находится на рассмотрении в Новочебоксарском районном суде. Потерпевшими признаны 5 иностранных и 1 отечественная компания. Ущерб правообладателям товарных знаков оценивается в 2 миллиона 700 тысяч рублей. В случае, если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы. В Чувашии прошел республиканский этап конкурса под названием «Мой лучший урок». Более 30 учителей региона боролись за право представлять Чувашию на всероссийском уровне. Наши коллеги из «АЛЛАТРА» встретились с одной из победительниц республиканского конкурса. Первое место в конкурсе заняли сразу 3 учительницы. Среди них Татьяна Гурина из АЛЛАТРА школы номер 3. Татьяна Викторовна – преподаватель с 25-летним стажем. Сразу после институтской скамьи вернулась в родной город и исполнила мечту детства. Я решила стать учителем, потому что с детства хотела, чтобы мой класс был самым лучшим. И поэтому я выбрала такую профессию, как работа с детьми. Мой источник вдохновения – это дети, работа с детьми. К конкурсу «Мой лучший урок» Татьяна Викторовна готовилась несколько лет. Было несколько вариантов тем, подготовка шла основательно. В итоге конкурсным уроком стало интерактивное построение графиков при помощи компьютерной программы. И как результат – первое место. Это один из инициативных учителей, который постоянно участвует в каких-то конкурсах, достигают определенных успехов. Она была лучшим учителем, победителем конкурса лучших учителей России, выиграла грант. Сейчас это учитель высшей квалификационной категории. Сейчас Татьяна Викторовна готовится ко всероссийскому этапу конкурса в Москве. Но, как признается учитель, победа не главная. Важнее воспитать и научить новое поколение, которое будет умнее и образованнее нынешнего. «Чемоданное настроение». Выставка с таким названием сейчас работает в Центральном доме художника в Москве. Ее автор – уроженец Чувашии, генерал-лейтенант Станислав Воронов. Он уже не первый год представляет свои работы жителям Первопрестольной. На открытии новой выставки побывали и мои коллеги. Дух путешествий в этом зале царит повсюду. На картинах необыкновенные по своей красоте пейзажи, в самом центре экспозиции настоящие чемоданы, на которых художник, словно на холсте, написал узнаваемые всеми окрестности Ялты. В этот раз Станислав Воронов решил поделиться с поклонниками своими впечатлениями о поездках по регионам страны и за рубеж. Все эти работы он создал за 2 года. Художнику это должно быть присуще, потому что путешествие – это новые впечатления, новые краски, новые люди и возможность художнику по-новому раскрыться. Большинство написано во время путешествий. Путешествий в Крым, в Армению, на Алтай и в родную Чувашию. Просторы Волги, старинные храмы, каналы Венеции, художник говорит, на картинах он старался запечатлеть все, что приглянулось ему самому.
Некоторые работы графические исполнены быстро, в течение 10-15 минут, чтобы запечатлеть те мгновения, которые увидел глаз художника. Мне очень нравится моя армянская серия. Это графические работы, которые написаны во время поездки в Армению в 2014 году. Это была прекрасная поездка. В Москве выставка Станислава Воронова проработает до середины февраля. Часть работ художник планирует показать и в Чувашии. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Из Москвы. Как создавалось советское кино? На что снимались легендарные фильмы? Ответы на эти вопросы знает моя коллега Юлия Важенина. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Какая гадость это ваша заливная рыба? Не виноватая я, он сам пришел. Эти крылатые фразы из любимых советских фильмов знает каждый. Они давно вошли в историю советского кинематографа. Теперь прикоснуться к искусству может любой желающий. В Чебоксарах открылась уникальная выставка «Мир кино». Кинопроектор «Украина-5», аноморфотные насадки для объективов, пульт дистанционного управления типа 55 ПДУ. Эти уникальные экспонаты порадуют глаз настоящих знатоков киноиндустрии. Любительские и профессиональные, старинные и не очень. Здесь можно познакомиться с киносъемочным аппаратом «Кварц» двухформатным кинопроектором «Русь», увидеть самую известную камеру отечественного кино «Канвас-автомат». Эта выставка – возможность заглянуть одним глазом в прошлое. В первую очередь, конечно, музей существует для того, чтобы люди знакомились с музейными экспонатами. Современные, как бы, молодежь подрастающая зачастую просто не встречала никогда в своей жизни таких вот предметов. Они сейчас просто берут свой телефон, снимают, допустим, на свой телефон или, в крайнем случае, если у кого-то есть, цифровой фотоаппарат. Но как все это развивалось, откуда все это взялось, они не знают. Поэтому вот именно с этой целью, чтобы они развивались и узнавали что-то новое для себя, открываются выставки в музее. И в частности, эта выставка, чтобы они узнали об истории кино непосредственно. А вот этой старинной камерой в свое время снимали на всех советских киностудиях. Так что многие знаменитые картины увидели свет благодаря именно этому аппарату. Он считался самым удобным. Легко менялись кассеты для съемок, и он запросто переносился с места на место. Я увидела кинопроекторы, камеры, магнитные камеры. Сегодня я узнала, как раньше снимались фильмы. До этого я об этом не знала. Мне очень понравилась выставка. Больше всего мне интересны камеры всякие. Так, много узнала о кино, как снимаются. Больше всего мне нравятся ужастики, потому что там много спецэффектов разных. И вообще смотреть интересно. 2016 год в России объявлен годом кино. Поэтому «Мир кино» – неплохая возможность для чебоксарцев окунуться в увлекательную атмосферу этого искусства. Выставка пробудет в музее города Чебоксары до 15 февраля. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня в Ледовом дворце Чебоксары-арена чествовали Елену Николаеву. Прославленная спортсменка отмечает юбилей. Накануне ей исполнилось 50 лет. Яркие страницы биографии чемпионки вместе с виновницей торжества перелистал и мой коллега Дмитрий Ковалев. Свою судьбу со спортом Елена Николаева решила связать еще в школьном возрасте. Уже с малых лет она стала выступать на соревнованиях районного уровня. Но и первые медали всесоюзных чемпионатов не заставили себя долго ждать. Николаева признается, что больше всего ее закаляли поражения. Бывает и поражение, и победы бывают. Ну, конечно, бывает после поражения моменты такие. Иногда хочется, даже неохота было выходить на тренировки. Но пройдет пару дней там, потому что ты осознаешь, ради чего ты столько лет тренировалась и тренируешься. Но если даже мне спросить сейчас, чем бы я в жизни, кроме спорта, занялась бы, я, наверное, уже не могу даже ответить, потому что это вся моя жизнь. Полвека уже как бы позади, поэтому спорт мне очень дал много. В 83-м году Николаева стала мастером спорта, а спустя несколько лет уже одержала победу на спартакиаде народов РСФСР. На олимпийский пьедестал спортсменка поднялась в Атланте в 96-м году. Тогда на победу претендовала 44 ходока, но именно Елена Николаева преодолела первой 10-километровую дистанцию. Вот как это было. Сегодня в ее багаже есть медали чемпионатов Европы и мира. Сейчас она трудится тренером. Поздравить Елену Николаеву в Ледовый дворец пришли ее воспитанники, родственники и коллеги. Все дождь,
Сейчас она является заместителем председателя комитета по социальной политике и национальным вопросам Государственного совета. Но своей главной наградой прославленная спортсменка называет недавно родившуюся внучку. 4 месяца как внучке уже, как бабушке я уже. Поэтому вся дальнейшая жизнь я буду стараться, чтобы мои дети, мои внуки, я надеюсь, будет не один внук, чтобы они полюбили спорт. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаметов. Республика. Наступает вечер, и они меняют деловые костюмы на спортивную форму. Минувшим вечером наша съемочная группа наблюдала за хоккейным матчем между командой правительства республики и Госсовета Чувашии. О том, кто забил больше шайб, Ольга Пырочкина. Глава региона, министры, депутаты Госсовета, председатель правительства, глава столичной администрации. На льду у них другие роли. Вратарь, защитник, нападающий, центр-форвард. Команда Госсовета в белой форме, команда правительства в красной. К концу второго периода они лидируют. Вошло уже в привычку. Еженедельно мы собираемся в Ледовом дворце, на ледовой арене, играем в хоккей. Здесь, конечно же, действительно играют настоящие мужчины. Главное, конечно же, не победа, но мы все хотим выиграть. Нескромно скажу, мы выиграем чаще. Соперники с такой статистикой не согласны и духом не падают. Там лукавят немного вам. Нужно понимать, что в любом случае каждый из нас здесь выигрывает. Это то место, где можно весь негатив и отрицательную энергию выбросить. И лишний раз еще понять, что не только хоккей, командная игра, но и многие другие вещи делаются в команде. И успех и победа приходит только в команде. Финальный свисток, и команда правительства Чувашии выигрывает этот матч. Игра супер просто. Настроение бодрое. Сил нахватали здесь, будь здоров. Выиграли депутатов сегодня нашего Госсовета со счетом 6-3. Да, но это не первая наша победа. Мы так регулярно их стимулируем. Ну, вообще игра на самом деле очень хорошая. Здесь не игра не на счет, а игра на удовольствие, игра на поддержание здорового самочувствия. Нам это очень важно. Мы иногда бывает за бумагами, за важными делами. Зашиваемся и больше свое время проводим неподвижным, поэтому занятие спортом после работы нас выручает. Время на льду Чебоксары-арена расписано. Как только правительство и депутаты удалились в раздевалку на лед, по расписанию вышла команда МЧС. Ольга Пырочкина, Олег Якимов, Республика. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире Национального телевидения Чувашии.